Всем привет! Меня зовут Александра, я из Украины. Мой творческий псевдоним — Мальвинка. Он со мной уже со школьных времен. Как-то так. Не имея никакого художественного образования, я занимаюсь волшебством уже более 3 лет. Конечно, многому было научиться очень сложно, но я смогла. На гранд-финал я решила подать работы именно из полимерной глины. Конечно же, в каждую свою работу я вкладываю душу. Но именно в эти работы я вложила еще особый смысл. Он одновременно загадочен и прост. Но если выключить звук, он заиграет новыми красками. Да-да, вам не показалось. Именно выключить звук. И довериться себе. Они в моменте, они про силу мысли. Закрыли глаза, выключили звук. И доверяем своим чувствам. Вы можете больше, чем вы думаете. Вьюга — это когда не слышно и не видно друг друга. Фонарь. На ветру нет света. Дымарь покосился от ветра. Громче, а нет смысла кричать.